Всем привет, привет, привет! Продолжаем, продолжаем проходить. Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Так, мы остановились где? А, хранилище, первый этаж. Ну, я подозреваю, там босс. Что тут? Здравствуйте. А что это вы тут все стоите? Ой, еще что-то. И что? А-а-а. Какие-то пароходики. О, талисман грозового дракона 3. Так, находится он. Хранилище, первый этаж. Вы идете от костра, ой, от благодати направо. Там прыгаете по книжечкам. Прыгиваете вот здесь. Вот тут вот. Вот, вот отсюда спрыгиваете. Здесь открываете ворота. И вот здесь вот на этом трупе лежит талисман грозового дракона плюс 3. Ну, читать, я думаю, нет смысла. Покажу, насколько он дает прибавление от обычного. Обычный 55-885 защита. Сопротивление, точнее. А этот уже дает 60-449. То есть неплохой прирост в целый пятак. То есть, в общем, от начала даже 11. Ну, это хороший показатель. Так что лайк, подписка. Лайк, подписка. Подписка, лайк. Так, здесь у нас что? Двери пока не здесь. Так. Хорош уже, пацаны. Ну что такое? Что началось-то? Нормально же общались, говорю. А она самонаводящаяся? А это законно? Мне кажется, это незаконно. Ну, здорово, пацан. Я тебя увидел. До свидания. Там есть еще? Не, вроде там больше нету. Так. До свидули. Здорово. Прям хорошо идем. Так. Это понятно. Так, это все? Так, что нам это дает? И дает ли нам это что-то? Так. А, смотрите, там что-то есть. Так, вдруг это что-то полезное. Так. Благодать, хранилище, первый этаж. Запрыгиваем еще раз. Запрыгиваем сюда. Здесь разгоняемся, запрыгиваем сюда. Здесь, получается, обходим вот здесь. Запрыгиваем вот сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Судя по всему, сюда. И вот, как бы, вот-вот прах славного духа. Ну ладно. Так, туда явно не запрыгнуть, да? В теории можно было бы на ту книжку запрыгнуть. Ну-ка. Сейчас. Паркур Edition в Elden Ring.
Во мне теперь стало интересно. Я просто вообще очень хорошо разбираюсь тут в паркуре. Я накосячил кнопки. Мне просто стало теперь любопытно. Так. Ну давай. О, нифига он там прыгнул уж. Вообще законно такие прыжки делать. О! Что у нас тут? Еще пацаны? Она что хочет сказать? А, почти долетает. Вон. Кузнечный камень. 5. Ну-ка, моя. А моя долетела. Здорово. Пацаны. Так, а смотри, там еще внизу пацаны стоят. Может, мне к тем пацанам надо зайти еще? Смотри, там что-то внизу лежит. Здорово. Слушай, ну ты хоть и маленький, но на библиотекаря ты не похож. До свидания. Кто тут стоит? А, это просто. О, мое послание получило оценочку. О, смотри, еще что-то валяет. Так, ты кто? А, ты кто-то, у кого до хрена ХП, да? Ну-ка. Ага, стамина вообще сшибается легко. А! А, ну пропустить я тоже могу. Ну ладно. А так хотелось. Кузнечный камень 8. 5 штук. Так. Пацаны. А, можно в двуручном хвате ваншотить их, да? Ладно. О, с этого сейчас много подлетит. Так, ну иди сюда, давай. Влетают тут всякие вообще, понимаешь ли? Огненный завиток. Так. А. И. А. А, ну ладно, короче. А так, подожди, а туда еще, смотри, здесь тоже что-то есть. Здорово. До свидания. Всем привет. А, нифига себе. Так, ну это к боссу ведет, подозреваю. Так, это вниз ведет. Это не отменяет того факта, что она ведет к боссу. Так. Ага. Сополя вылетела, допустим. Пепел войны, стена искр. Это благодати хранилище, первый этаж. Идем налево, сразу заворачиваем налево по лестнице вниз. Вот она лестница. Твой лестница, лифт. Здесь заходим направо, здесь налево. И вот на этом трупике лежит пепел войны, стена искр.
Почитаем, что там у нас. А, наделяет оружие свойствами, навыками. Ну ладно, расход 16. ОК. Угу. Этот пепел войны не наделяет вооружение свойством, но дарует следующий навык. Стена искр. Распылите рядом с собой душистый порошок, который вскоре пыхнет россыпью искр. Заряженная атака увеличивает мощь и расстояние. Эффект зависит от выбранного флакона. Можно использовать с флаконами. Лайк, подписка. Так, здесь что-то много кувшинов. Внизу я вижу кучу смертей. Так. Угу. Ты куда прыгаешь-то? Я хочу прыжок с ударом, а он берет прям принципиально в другую сторону прыгает. Осторожно слева. Хорошо. Пойдет. Прокатит. Всем по лайку. Ага. Анимация, конечно. Здорово, так, подожди, а там что делает? А, тут плюется. А зачем он плюется? Это было больно. Ай-яй-яй. По-моему, тут немножко. Так, ну ты живой, 100%. Да живой ты, блин, нет? Ну ладно, допустим. Это кишка. Кишка, потому что кишка. Так, а ты чё идешь? Не иди сюда. Ну ладно, иди сюда, хорошо. Договорились. Пацаны. Мое послание опять получило оценку. Это хорошо. Что-то у меня с управлением не то. Так. Есть ли здесь еще кто-то? До свидания. Так, ладно, это явно не то, что я хотел. Я вообще не понимаю, куда я иду. Ну, как обычно, в общем, ничего не меняется. Так, никто тут из вас не выпал. Не по. Опачки, это что такое? А что происходит? Почему-то и ХП у нее очень много.
Да хорош, но ведь беги уже. Все, до свидания. 3400. Ой, а что-то у меня, кстати, денег много. А, здесь просто темно. Я думаю, что так темно? Радужка благодати. Это что такое? Инвентарь. Поместите на чужой глаз, чтобы даровать быстро ослабливающее благословление благодати. Радужная оболочка, тающая в себе благословение древа Эрд. Поместите на чужой глаз, чтобы даровать быстро ослабевающее благословение благодати. Можно использовать для получения благословения вашей великой руны. Жрецы древа Эрд прибегали к такой ловке в царстве теней, чтобы успокоить паству, и им это неплохо удавалось. От хранилища первый этаж. Заходим налево-налево, в лифт вниз. Там дальше не ошибетесь по коридору, придете сюда. Здесь лежит эта радужка благодати. Лайк, подписка. Подписка, лайк. Хорошо. Ага, конечно. Мы не верим, но проверяем. У меня на самом деле очень много вопросов к этой локации. Так, вы чё тут разошлись-то, горшки, а? Вам чё? Горшковой жизни мало было, что ли? Ой, боюсь. До свидания. До свидули, до свидули. О, благо... Так. Сперва молодец, тем более удачи не требует. Сперва молодец, отлично. Мы пришли в новое место. Не, вот здесь тоже по-любому, наверное, босс какой-нибудь. Да? Впереди дверь, ага. Так. Ну, чтоб не запутаться. Блин, их всех убивать придется, не хочу. Добежим. Че тут идти-то, фигня? Ой, скоро я в отпуск пойду. Постараюсь не оставить вас. Точнее, постараюсь сделать так, чтобы у вас были на каждый день видео хотя бы. Хотя бы видео. А там дальше, да. Дальше отпуск и вернусь только после отпуска. Так, вниз нет смысла спрыгивать. Заодно посмотрел. Просто если вдруг появился у кого-то вопрос, а чё это он лифт обратно отправил? Ну, на самом деле, посмотреть. Я просто тут раз забыл глянуть. Все, поехали наверх. Ой. Как-то так. Пишите в комментарии, как вам дополнение Элдена. Поиграл уже, может быть, кто-то. А может, не поиграл. А может, много раз поиграл. А может, еще что. Делитесь своим мнением. Чую подвох где-то. Крупная звериная кость. А можно начинать... О! О! Опа!
Однако, здравствуйте. А ты кто такой? Добро прогресс, да, но давно мы с тобой не виделись. Мне еще все не давала покоя одна мысль. И вот я снова не в силах двинуться вперед. Так. После убийства правителя Мога в родовом дворце неизвестный, похоже, похитил его, оставил Микелю. Наверняка помню, что прежде я был чистокровным рыцарем на службе правителя Мога. Однажды я сильно его подвел, нарушил все обеты. И потому изо всех сил жалкий... Какая судьба... Короче, я не понимаю. Что-то мне кажется знакомым, но я не могу вспомнить, где я его увидел уже. И почему он здесь один стоит, тоже непонятно. Ладно. Шорт с ним. Хорош, что плюется огнем еще. Видишь, что возомнило? До свидания. Рог зверя. И кузнечный камень 7. Так. Пацаны, что ищем? Я нашел. Стоит еще, блин, ворон читает. Читает ворон. Ворон по ворон, так. Пацаны. Все, хорош. Шестьсот тридцать четыре тысячи. Это полтора качу моего. Конечно, я вернусь сейчас обратно. Так. Я даже помню, как туда быстро забраться. Так. Да хорош. Что такое-то? Ну, что ты... Так, допустим. Что-то пошло не так. До свидания. До свидания. Так, ты там что расплевался, лови. А ты не стой тут. Стоит на пароходе. На пароходе музыка играет, а я опять стою на берегу. И что-то там меня все запевает. О, здорово, чувак. Ну да, быстрее пей.
Все? У тебя больше нет вопросов? Нормально. Вопросы порешали. Так, здесь что? Не, вот здесь явно некуда идти, смысла нету. Так. Подожди, я в той стороне что-то было. О. Ты что пришел? Иди отсюда. Что пришел? Тебя не звали, как говорится. Пацаны, ну чё вас так много-то, блин, а? Ну дайте поиграть-то. Где ты? Где ты, воин? Я тебя слышать слышу, видеть не... Видеть не вижу. Впереди щит. Пацаны! Бью в одного, попадаю в другого, да? Давай. Блин, я помню, они такие страшные казались первый раз, когда я их встретил в одной локации интересней. Допустим. Так, а что там за дверь? Во-первых, я да, уже понял, что можно туда. Вижу, что можно вот сюда. Давайте сразу сюда зайдем. Что у нас тут? Дуэльный щит. Находится он. Хранилище, первый этаж. Забираетесь повыше. Здесь будут вот такие статуи висеть. Вот, вы придете вот с той стороны. Здесь проходите, вот здесь вот по этой мостушке перепрыгиваете, и вот здесь вот лежит этот щит. Давайте почитаем, что это за щит. Так, ну, во-первых, он не совсем уж прямо тяжелый. Обычный колющий. Так, сила и ловкость D. Сила 15, ловкость 14. Физическое сопротивление в блоке 88. Это хорошее сопротивление. Ну, то есть часть удара он все-таки пропускает. Щит, который подходит и для колющих атак, и для защиты. Позволяет владельцу наносить урон и одновременно отражать удары. Такое оружие когда-то использовали в виртуальном бою в Славу Древа Эрд. Как ни странно, это обычный до сих пор... Этот обычай до сих пор соблюдают обитатели царства теней. Навык атака щитом. Навык использует щит для атаки. Можно провести до трех последовательных атак. Ну-ка. Блок. Выглядит это так. Два, три, четыре. По-моему, четыре атаки. Кто-то обсчитался. Ой, здесь еще кто-то висит. Ну ладно. А если его поставить в правую руку? Ну-ка. Короче, можно драться. Вот что я хочу сказать. То есть это не только щит, но и можно использовать как атакующее оружие. Кстати, это довольно-таки... Довольно-таки прикольно придумано. Так, кто там ходит? Так, а вот здесь еще есть, смотри, проходик. Пацаны! Нормально все. Нормально все. Нормально все. Оу! Так. Что-то мне не нравятся такие вопросы. В смысле? А чё у тебя атаки поменялись? Лови-ка.
Я страшно. Мне очень страшно. Нифига себе. Блин, они жирные, у них просто дофига хп. Так еще, блин, они сшибают нехило, как мини-боссы практически. Рог зверя. Второй я нашел, рог зверя. Так, ладно. Здесь вроде все. Здесь вроде все. Вроде все, ладно. Так, что это за дверь? Давайте посмотрим. Или она не открывается? А, она не открывается. Ну, хотя бы вернулся не просто так. Так, а здесь у нас что? Или я уже здесь посмотрел? Так, допустим. У нас есть вариант пойти наверх по статуе. Куда-то там. Но! Я предлагаю пойти... Пойти... Нифига там еще лестница наверх есть. Пойти прямо. Хорош поливаться, а? Комок плоть, так. Блин, самонаводящийся, это нечестно. Так. Нафига я нажал ковырок? 701612 вопросов у меня. Нафига я нажал ковырок? Ладно, допустим. Расчавкались тут, блин. Зачем я магию трачу? Вопрос. Блин, это какой-то прямо какие-то архивы, я не знаю, как это правильно назвать. Блин, дофига большое слишком зона. Так, а можно как-то пройти тихо, без никак, да? То есть сразу меня палишь. Ну ладно, попробуй быстренько с тобой справиться. Так, давай еще что-нибудь. Ага. Так, мне очень нравятся твои атаки, очень. До свидания. Слишком ты сильный для меня противник. Так, пацаны, ну чё там, давай. Давай, иди сюда. Да хорош кидаться-то. Курки! Так, мне я сейчас вообще не нужен, так что... Пацаны, вас слишком много. Я не буду рисковать, а то здесь с этим упырем, блин, красным драться. Такое себе удовольствие. Так, вижу его. Допустим. Допустим, давай. Thank you.
Я не знаю, но, блин. А как еще-то с ним сражаться? О, с него что-то выпало. Перчатки огненного рыцаря. Так, ну я вижу лестницу там сверху. Ну, я здесь лестницу не вижу, как мне до той лестницы добраться. Ладно. Пойдем на тело заберемся. Что у нас? Много вариантов, что ли? Фу. Сейчас было бы эффектно упасть. Вы же понимаете, да, что здесь изображено? Точнее, статуя чего здесь? Смотри, там еще есть какой-то отсек, в который можно попасть с улицы как-то. И вон там, я смотрю, есть тело. Там еще пятно крови. Да. Окей, о, благодать, отлично. Так, а ты что хотел выдать? Послание, хранилище креста. Давайте почитаем. Записка к товарищам. Послание господина Ансбаха, адресованное родственным душам, следующим за Микеллой. Похоже, обитатели крепости затопили священный квартал, ведущий к древоупадку. Однако из этого хранилища нет пути, ведущего туда. Быть может, нам удастся попасть в священный квартал другим способом. Надо обыскать крепость. Так. Это у нас все находится прямо у благодати наверху. Наверху хранилище, четвертый этаж. Лайк, подписка. Вопрос. Все ли я в той стороне собрал? Так, надо еще раз, подожди. Так. В смысле, затопили. До свидания. Поцеловал меня, значит, откуда-то вылетел сверху. И упало. Нормально. Впереди требуется подох. Хорошо с вами прыжками, не сдавайся. Давайте апнемся, что ли, ради прикола. А, у нас даже благословение царства теней можем сделать. Плюс 8. Повысить уровень. Так, но нам по-прежнему надо... 401 тысяча нам нужна, да? Это нам надо... Сколько чего там? Так, как это... Вот так, да. И кого знает, что там нас ждет. Хватит на мне. 15 тысяч рун. 12, 500. 401, да? Ну да, вот это бахнем, нам точно хватает. Так, повысить уровень. Теперь можно хоть что-то потяжелее таскать. Давайте пришманимся нормально теперь. По-нормальному пришманимся. Так. Что можно... А, подожди, уже тяжелое. А здесь можно что-нибудь поинтереснее, да, подобрать. Но опять же, понимать что. Ну вот перчатки Маликета как-то лучше прибавляют.
Здесь уже тоже, да, идет тяжелое стрижение. Но можно чуть-чуть прибавить себе. Ну, хотя бы так. Уже хорошо. Вот где он? Вон он где. Летучая макака. Впереди навоз. Впереди стрелок. Ах, можно начинать. Блин, такая туманность какая-то прям. Так. Ага. А здесь больше никого нету. Так, ну я вроде больше никого не вижу. Значит, мы тут с тобой вдвоем только, да? Допустим. Допустим. Здравствуйте. Не попал. Допустим. Допустим. До свидания. Это очень серьезный соперник. Мы хоть до кого-нибудь дойдем сегодня? Это уже 41 минута. Но сейчас мы уже, блин, нехило так-то расчистили все. А босс все нет и нет. Так, до свидания. Так, я вас вижу. И тебя я тоже вижу. Ловите. Распишитесь, пожалуйста, за доставочку люлей. Так. А давайте вниз сходим. Там еще лестница вниз была. Блин, ну серия без боссов как-то грустно. Да никто не говорил, что они каждую серию будут. Мы и так нифига себе, блин, до четвертого этажа дошли. Что сейчас было? Ну, кто-то решил сбэтмениться. Так, здесь у нас что? Так, маринованная печень тут подгоняют, да? А, вон еще что-то. Свиток с тайным обрядом. Свиток с тайным обрядом. Описывает тайный ритуал для божественных врат. Свиток из коры белого дерева. Немногие могут прочесть и эту древнюю тайнопись. Здесь описан обряд отпирания божественных врат в башне теней. Когда повелитель возвестит о возвращении Бога, его душе потребуется достойный сосуд. Нашли мы его как бы здесь. Это у нас хранилище, четвертый этаж. Вы не ошибетесь, там когда налево завернете, будет лестница. И вот она, эта лестница, здесь лежит. Вот здесь на столе. Лайк, подписка. Подписка, лайк. Угу. Ладно, так уж и быть. Наверное, сделаю подлиннее серию. Чисто из-за того, что просто нету боссов. Даже как-то обидно. В каком-то смысле. Не радоваться надо, конечно. Я просто не знаю, вдруг они мне потом подлянку устроят. Лучше сразу их выкосить. Впереди враг отсутствует. Я всегда обычно в такие моменты не верю. Кузнечный камень 6. Нет? Ну ладно. А так хотелось. Так. Ч
Чувак, чё стоим, кого ждём? Я от кого-то где-то слышал. Огненный цветок. Вижу, вижу я. Вижу, что мне надо заканчивать. У меня просто таймер стоит. Осторожно, сильный враг. Давай на всякий случай выпьем. То у нас и так тут пространства немного. Ну давай. Сегодня очень не вовремя у меня кончилась магия. До свидания. Я думал, она оправится. До свидания. Прощай. Кузнечный камень 7. Так, впереди лошадь отсутствует. Почему опять лжец? Я откуда знаю, почему опять лжец? Мне самому интересно. Так. Слышу. Слышу, кто-то польется опять магией. Так, ладно. Что у нас тут дальше? Так. Что? Так что побеждаю. Побеждать одного за другим попробуй. Хорошо. Впереди стадо, говоришь. Маринованная птичья лапка. Так, сперва слева. Угу. Хорошо. Я вашу жалобу принял. Допустим. Иди сюда. Блин, если бы не этот противник, которого здесь пачкой накидали. Мы бы уже там давно бы, блин, наверное, дочистили бы все. Их слишком много. Так, ну хотя бы будем по одному, тогда ладно. Может, не особо много вариантов. Так, здесь где-то кроха был. Куда он делся? Так, там кто-то что-то молится. Тут зачем-то кому-то. Так, что это у нас запустит? Так, ну это выше поднялось, да? Окей. О. Так, там кто-то что-то кому-то молился. Давайте сбегаем. Что там происходит? Еще наверх у нас есть заход. Так что, думаю, начнем сначала. О, боги. Смогу ли я разобраться в этом хаосе? Это кто? Он там в колпаке это фигарит, что ли?
Серьезно, была ты? Духовный камень. Так, меня уже вовсю телефон орёт, что надо заканчивать. Давайте посмотрим, что у нас тут. О, боги. Так. Чё, где мы? Хранилище, 7-й этаж. Короче, рыцарь рыжий грива Фрея, это нас с нами говорит. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на телеграм-канал. Рекомендуйте мое видео своим друзьям и товарищам. Ставьте лайки, всем удачи, пока-пока.